Всем привет! У нас сегодня на обзоре новый мод. Смотрите, он сразу отличается от других модов материалами. У нас тут зеленая лестница, ржавая дверь черная, неработающий телек. О, красивый зонтик. Такие же двери, смотрите, лакированные. Тут еще покрашенная синяя дверь. Красота. О, прикол, смотрите. Анимированный сосед. Пусть на нем часы постоят. Шкафы все других цветов. Так, это у нас школьная доска из Альфа Первой. Куда он покатится? Вода работает. Так, я забил гол, видели? От штанги прямо в ворота. Давайте проходить. Красивый дом. Такой сочный. Машина без дверей. Нас кто-то ограбил, похоже. Чекпоинт. Тут сосед тренируется меня ловить. Белый, красивый такой. Чистейший сосед. Домики. Здесь у нас супермаркет. Золотое яблоко. Какой-то постамент. Что это за текстура такая? Деревяшки. Так, гринхаусом 13. О, смотрите, сосед зеленый. Как он так несколько соседей добавил, еще и каждого в разную одежду одел. Улыбается, тоже тренирует эмоции. Как будто робот. Давайте залезем на мельницу. Посмотреть. Вдруг там есть ключи. А как мне туда попасть-то? Здесь ничего нет. Туда можно было бы попасть с зонтом, похоже. Так-то вряд ли. Ладно, надо зонтик брать. Ой, это у нас похоже на бету третью. Также комнатка на высоте. У нас нечто и охраняет красный ключ. Случайно двери нет? Забьемся. Ну-ка, получится не разбиться. Получилось, смотрите. Выход из нашего дома раз совпадает с входом в дом соседа. Очень удобно. Так, у нас сосед видит стула, так и остался. Телек не работает. Так, все, один замок я отстегнул. Раз, два. Еще три осталось и карточку. Сосед меня не может поймать, потому что он очень медлительный. Там у нас нечто закрыто. Смотрите, прикольный мод-то. Совершенно не похож на другие. Так. Очень сложно залезать. Потому что можно упасть.
Давайте сразу на самый верх. Тут, похоже, что-то интересненькое будет. Так, здесь почему-то... Тут прыгать нельзя. Так, мне зайти сюда не дают. Там магнит работает. Ладно, может так зайдем. Тут прям дом в доме. Шестеренки. Надо их чем-то заблокировать. Так, нам еще монтировка нужна. Я не подготовился, у меня никаких предметов нет. Так, еще антенну. Все, еще что-нибудь сделаем. Так, нам куда идти? Можно, конечно, предмет попробовать закинуть. Ну, конечно, сейчас с первого раза залез. А теперь я никогда не залезу. Смотрите, он не прыгает. Почему-то не прыгал. Так, куда нам можно? Давай пролезай. Ужас. Ладно, и так прокатило, видели? Кинул. Хотя... Тут надо, получается, бросать. Так, у нас здесь аппаратура записывающая стоит. Куда нам сейчас идти? Ой, я обратно пришел. Смотрите, еще дверь есть. Огромный дом. Так, уже хорошо, у нас есть желтый ключ. Может быть, еще есть? Пока его используем, если дадут. Так, уже хорошо, дали. Xbox One. Фонарик. Фонарик не нужен. У нас сосед в виде стула, мы не видим никакой анимации. Дверь охраняет. Так, куда здесь можно подняться? Лестница ведет только к шестеренкам. Так, еще раз залезем, давайте. Ну давай антенну возьмем. Ой, ужас. Меня вообще закусило теперь. Тут не сложно, тут просто неудобно. Так, можно куда на самый верх залезть. Почему я сюда не пошел? Мини-домик. О, у нас еще один сосед. Странно. Окна не бьются. Нужно ли нам ружье? Так, здесь больше ничего нет. Что у нас здесь за сосед? Просто седой. О! Чуть не пропустил, прикол. Я же мог пропустить это. Только, может, я сюда могу залезть? Да, я могу залезть. Только я отсюда уже не вылезу, если свалюсь.
Так, мне сюда не надо, это явно. Теперь мне нужно залезть туда наверх. Для этого... Урод. Как так-то? Я ж так никогда в жизни не залезу. А, мне сюда не дают зайти. Ладно, давайте пролетим с ГОСТом. Это не моя вина. Какой-то глюк игры. Почему так? У нас стул прыгает. Так, где у нас? Остался золотой замок. Давайте-ка еще раз запрыгнем. Так, это нам нафиг не надо. Пол экрана занимают предметы. Кто еще придумал? Что это такое было? Предметы пол экрана занимают. Они не могли как-нибудь сделать их хотя бы почти незаметными? Так, запрыгиваем. Очень аккуратно. Здесь, конечно, он плохо сделал. Вон, видите, можно выпасть просто. Что здесь интересного? Надо проверять. Тогда не будем на шаг переходить. Потому что тут какой-то глюк был, что мы летаем и падаем. Часы идут очень быстро. Я думал, это отмычка. Это, оказывается, у нас луч соседского зрения. О, машинка маленькая. И кукла. Мини-телевизор. Класс. Так, а где золотой ключ? Так, золотого ключа я не вижу. Это очень интересно. О, монтировка. Есть, получилось. Сейчас найдем золотой ключ. Так она так лежала, ее не видно вообще. Может, надо эту дверь открыть? Так, гвоздь не доставался. Класс. Этот звук надоел. Так, карточка есть, но что она дает? Зачем я ее выкинул? I will never see him again. Не знаю, возможно, я не хочу это видеть больше. Что-то типа того. Так, мне нужен золотой ключ. И его я, наверное, не найду. Так, откуда у нас провода идут? Он так для вида сделал. Так, золотого ключа я пока не вижу.
Он, возможно, здесь. Так, здесь у нас что-то уже было. Самый сложный ключ. Может, он у меня дома? Или сверху здесь? Не вижу. Так. Давайте внимательно посмотрим. Он же мог спрятать. На доске где-нибудь лежит. Сосед, где ключ? Тут все чисто. Так, за диван. О! Где курсор? Это что за ключ? Там разве был синий замок? Так, интересно. Если есть синий ключ, значит есть синий замок. Ну-ка, тут не синий или? Может, подойдет? Не. Сосед уже там. Что он там делает? Давайте искать, может, где-то еще есть здание. Так, а это что такое? И здесь у нас замка нет почему-то. Тут нечто. Так, еще какой-то замок. Это у нас что за мод такой из замков? О, из ключей. Ключи есть, замков нет. Так, еще может туда слетать. Ладно, давайте тестировать этот ключ. Не подходит, значит, где-то здесь есть он. Надо внимательно смотреть. Где-то, может, лежит. На телеке, о, может быть, здесь. За акулой где-нибудь. Разные соседи. Прикольно сделал. Так, этот мод можно оценить. В 4 с плюсом балла. Вот разве что. Запрыгнуть не могу. Даже так? Так, не знаю. Ну. Тут, видимо, на грани. Запрыгивание, видите? На грани. Надо уметь запрыгивать. Либо с контролом прыгать, или как. Так, я чуть не упал. Надоело. Так, ладно. Сразу летим сюда. Здесь, возможно, что-то недопроверил. Полочки не открываются. Так, ну-ка, за огурцами. Маленькая пачка чипсов. Нет. Тут ничего нет. Может быть, его примагнитило как-то. А потом, после выключения магнита, так он и остался здесь. Примагниченным.
Почему же его нет? Может, куда-то выпал? О, прикол, вот он. Как я его не заметил сразу, интересно. Так, волк. По-любому это он. Сосед-то уже зашел. О, смотрите. Я прошел мод наконец-то. У нас тут красный сосед, получается, с желтыми волосами. Золотые яблоки, еще какой-то ключ. Давайте возьмем его. Сосед не хочет выходить. А как нам теперь выбраться? Кидаем монтировку. Два золотых яблока. Всем спасибо за просмотр. Мод мы прошли. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси, всем пока.